Друзья, всем привет! Сегодня будем проходить супер крутую игру. Вернее, как крутую. Скорее тупую, чем крутую. Игра называется Plants vs. Zombies Fight Memory, что в переводе означает битва мозгов. В общем, будем открывать карточки, и нам понадобится хорошая память. Поехали, не будем медлить. Первый уровень. Так. Ага, не то. Так, 5 секунд. Ху. Да, первый уровень уже немножечко, я даже припотел. Так, ну, поехали, следующий. Здесь уже посложней. Так, зомби-мумия. Ага, вот он. Так, этот тоже был. Ху, так это же легко. Так, зомби с ластами остался. Во, все. Не спрячется от нас. Так, короче, получили мы 156 очков. Зачем они нам нужны, я не знаю. В общем, следующий уровень. Ух ты, разработчики, вы что тут натворили-то? Так, кактус. Зомби. Так, был же, да? Ага. Чертополох. Так, где-то же у нас... Во, нашел. Так, футболист. Сразу нам попался. Так, вот этот здесь. Чертополох был. Был где-то, ребята. Вот он. Обычный зомби. Тоже попался. Кактус. Сейчас мы тебя найдем, во. Так, а эти-то чё? Чё такое? Чё за глюк? Все, глюк какой-то был. Видели, карты, короче, были открыты. И пришлось их заново перевернуть. Да уж. Так, ну что ж, давайте следующий уровень. Офигеть, это чё за жопа? Так, чертополох ледяной. Пяти стрел. Где чертополох был? Вот он. Ледяной тоже где-то был. Ледяной здесь, вот он. Обычный зомби. Нет, это не тот зомби. Пяти стрел. Так, так, так. Да вы что такие разные-то, а? Так, зубастик. Зев. Львиный Зев, или как он там? Еще. Так, был где-то зубастик, был. Где же ты? Вот он, зубастик. Поехали быстрее, время идет. Так. Этот тоже где-то был, уродец. Где же ты, тварь? Вот он. Зомби-тварь. Пятистрел был тоже. Че у меня с памятью-то, а? Вот он. Давай. Время идет. Так, обычный зомби. Зомби-футболист. Панк. Так, футболист, где ты был? Вот он. Давай быстрей. Время-то идет. Панк тоже где-то был. Вот он, панк. Панк, давай. Так, Львиный Зев. Где-то же был. Где ты был, Зев? Вот он. 24 секунды. Ребята, давайте. Во, yes. Давай. Я уже не могу. Да где же ты? Давай, давай, давай. Время идет. Так, так, давай. Ху, быстрее, офигеть. Я просто не представляю. В смысле, все? You won? Ху, я сейчас хотел сказать, что я просто не представляю, какой будет следующий уровень. Я уже все думал, короче, всрусь. Всрусь думал, и все будет жесть полная. Видео, все, закончится. Придется
с вами будет попрощаться. Кстати, друзья, так и на самом деле уже нужно попрощаться, потому что игра закончилась. В общем, кому нравится такой, как вам сказать, ну, такие видосы, подписывайтесь на канал, кто не подписался, ставьте палец вверх, пишите побольше комментариев. Буду проходить еще всякую подобную дичь. Так что всем пока, до скорого.